Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Замена левого заднего крыла. Итак, я снимаю бампер, задние фонари и начинаю ремонт. Заднее стекло тоже вырезано. И первым делом выдавливаю низ крыла, карман. Теперь я удаляю поврежденное заднее крыло. Итак, поврежденный металл удален. Для замены у меня есть донорский кусок. Выравниваю оставшиеся части на машине. Устанавливаю и затем привариваю нижнюю часть крыла. Теперь я устанавливаю заднее крыло, проверяю зазоры, если все нормально, привариваю. Зазоры в норме, привариваю. Работы с металлом на этой машине закончены. Отдаю машину на покраску. После 5 дней машина вернулась ко мне.
Собираю ее. Этот ремонт занял 10 дней. 5 дней работы с металлом, 5 дней покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!